Во-первых, я реально горжусь то, что наша промышленность на 18% выросла. Если мы будем брать со всеми другими субъектами, вот, это очень хороший показатель, мы одни из лидеров. Вот это очень важно, потому что мы не теряем динамики развития нашей экономики. Еще раз то, что я сказал, что мы растем не только за счет добычи нефти, мы растем за счет других производств. И вот на слайдах, если вы обратили внимание, то у нас реально происходит диверсификация экономики, то есть появляются разные предприятия. Значит, и в лесном комплексе, то, о чем мы говорили, да, появляются, значит, предприятия, появляются, значит, переработка леса, там фанерный комбинат, да, развивается, нефтеперерабатывающий комбинат, все говорили, там, ну, в первую очередь построят, 143 миллиарда инвестиций, замучаются отдавать долги и на все на этом замокнет. Ничего себе. В третью очередь уже сегодня строят, почти 3,7 миллиона, значит, нефти перерабатывают и на 7 миллионов планируют выйти. То есть ни один проект не остановился. Вот, значит, УГМК «Сталь» достраивает, тоже совершенно новое направление. То есть вот, вот эти вещи, они все равно основополагающие. Будет работать экономика, будет работать все другое. Будут рабочие места, значит, будет работать все остальное. В 2012 году я считаю, что я совершенно не снимаю себе ответственности, но я считаю, что мне удалось на совершенно иной уровень поставить или, скажем так, взбодрить, как говорят в таких случаях, муниципалитеты. То есть вот у нас сейчас все разговоры только о том, где какое производство создать, где сколько новых рабочих мест появилось. Вот мне кажется, если мы в таком режиме вот будем идти, не снижая вот, вот такого вот темпа набирать, это все набирать, ну тогда вот речь, тут такой термин стал у нас недавно, да, появляться, вторая индустриализация Тюмени. Я думаю, что вот она реально как бы будет у нас продолжаться, и чем дольше, тем лучше. Я думаю, вот это все-таки основной и главный показатель.